Светлое утро встает над утопающей в зелени столицей Казахстана. В густых аллеях укрыты нарядные дома. Пробуждается город, пробуждается жизнь в общежитии Казахского женского педагогического института. Этот день, как и другие, несет девушкам из далеких аулов новые радости, щедро открывая перед их пытливым взором сокровищницу знаний. Солнце сверкает белоснежные вершины Алатау. В этот час утренней свежести легко и свободно дышит грудь. Новой силой наливаются молодые мускулы. Бодро и радостно начинается день. В центре города расположен один из многих институтов Алматы, женской педагогической, созданной в годы Великой Отечественной войны по указанию великого Сталина. В институте свято чтут завет великого Ленина – учиться, учиться и учиться. Преподавательница Жалиля Желаева рассказывает о глашатай народных дум, родоначальнике казахской литературы Абае. Семинар по русской литературе ведет кандидат филологических наук Калсым Канафиева. Студентка Фатима Жанахметова читает горьковскую «Песнь о соколе». Из аудитории путь ведет в лаборатории и кабинеты. Девушки настойчиво владеют знаниями, готовятся к благородной профессии педагога. В кабинете марксизма-ленинизма студентки вдумчиво изучают бессмертные произведения Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина. Студентка Куляш Нурханова из колхоза имени Молотова Акмолинской области выступает с докладом о песне песни марксизма «Манифесте коммунистической партии». Богатым содержанием заполнен учебный день. Сотни книг выдает библиотека института. Коммунистом можно стать лишь тогда, учил великий Ленин, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Раскрыты книг бессмертные страницы. Мы выполняем ленинский завет упорно и настойчиво учиться. Мы учимся. Вот в юности ответ. Практические занятия в начальной школе. Студентка Культай Суханбердина проводит свой первый урок. Институт стал родным домом. В нем девушки не только учатся, но и живут на полном обеспечении государства. Они учатся искусно готовить.
Институт вооружает своих воспитанниц самыми разнообразными навыками. Каждая из них умеет шить себе платье. Часы девушки охотнее всего занимаются рукоделием. Казахский женский педагогический институт окружен заботой и вниманием партии правительства. Секретарь Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Казахстана товарищ Шаяхметов среди студенток. Золотое время учебы – незабываемые дни студенческой жизни. Развиваются, совершенствуются молодые дарования. Все студентки учатся играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать. В институте большое торжество. Первый выпуск аульных учительниц. Директор института Турсун Мурзабекова говорит о благородном и увлекательном труде народного учителя, поборника просвещения, наставника и друга юного советского поколения. Поздравляет выпускниц, желает молодым учительницам успехов в работе и счастья. С ответным словом выступила отличница института Фатима Жанахметова. Нет слов, говорит Фатима, чтобы выразить силу нашей благодарности большевистской партии, любимому Сталину за отеческую заботу о девушках из аула. Фаланга народных учителей, говорит Иосиф Виссарионович Сталин, составляет одну из самых необходимых частей великой армии трудящихся нашей страны, строящих новую жизнь на основе социализма. Возвращаются в аул его посланцы, дочери народа. Тверже ногу, шагай смелей, и не пропадет тогда труд. Речи тех, кто учит детей, как зерно в земле прорастут. Широкая и светлая дорога открыта перед вами, молодые учительницы. Добрый путь, товарищи!